приступаем к рассмотрению первого вопроса. В адрес главы муниципального округа Гришина Ирины Владимировны поступило письмо от министра префекта Лапшинова. В целях реализации мероприятий по проектированию и строительству православных храмов на территории города Москвы и префектуры представлены подготовленные формы архитектуры и ситуационные планы земельных участков для проработки и согласования с депутатами внутригородского муниципального округа. Прошу в кратчайшие сроки рассмотреть и согласовать планируемое размещение храмов на земельных участках по адресам Новоясенский проспект Ладени 14, Севастопольский проспект, пересечение с улицами Глуха Маклая. Какие будут мнения? Слышал адрес? А что, это наш район? Не Глуха Маклая. Это разве к нам относится? Новоясенский. Коллеги, я призываю к тишине по регламенту заседания нашей комиссии. Когда предоставляется слово, тогда начинается выступление. Так, первый объект у нас идет Миклуха Маклая, но отсюда видно, это представляете, пересечение улицы Миклуха Маклая и Севастопольского проспекта. С правой стороны материалов у вас это есть. Для памяти? Нет, памяти даже не было. Там на другое. Второй Новоясенский проспект, владение 14. Соответственно. Это лично видно было все. Поэтому я предлагаю рассмотреть следующий вариант решения, перенести рассмотрение вопроса о согласовании планов земельных участков для размещения объектов религиозного назначения Новоясенский Вадим 14, Свистопольский проспект, пересечение Трикстера Кухмаклая. Получить депутатов избирательных округов, провести опрос населения, проживающего в близлежащих многоквартирных жилых домах, о целесообразности для размещения данных объектов. Я бы сюда добавила еще разместить, у нас с вами есть сайт, на сайте мы можем тоже сделать запрос для жителей, да, разместить его в электронном виде. Вот. И после того, как мы проработаем данный вопрос, вернуться к нему обсуждению. Потому что учитывая, что это поступило совсем недавно, то времени на проработку и так уже. Вопрос можно задать? Мы же недавно обсуждали вопрос о строительстве двух храмов, да, вот 20. У нас убил еще два. Там нет плана, что ли? Почему бы... По 39-му закону мы с вами, выступающие к нам предложения, обязаны рассмотреть. Поэтому для того, чтобы вообще рассмотреть... А целесообразно? У нас получается вот сколько? Три храма, да, где? Шесть. Еще два будет. Чего, значит, там камера стоит, она уже без... Отклонили, потому что мы попросили сместить от собачьей площадки, а нам его предлагали на собачьей площадке. Поэтому один мы отказали, один мы согласовали. Нам поступило еще два предложения. Коллеги, я не против предложения обсудить с жителями, так сказать, округов, то есть мы же дадим его наш. Пятый, да, но я хочу заметить два момента. Первое. Мы предлагали разместить, помните, в порядке наших предложений, да, мы предлагали разместить храм по адресу Новоясенский, владение 12. Конечно. Это, ну, в 50 метрах от того, что предлагается сейчас. Я уже не помню, что нам там ответили по этому вопросу, да, но что-то явно нелицеприятное по поводу того, что почему этот храм там нельзя разместить. Теперь мы получаем предложение разместить храм в том же месте. Ну,
Да, речь о 50 метрах, да? Второй момент. Пересечение улицы Михаила Маклая и Севастопольского проспекта имеет тесное отношение, поскольку, умноженное тесное отношение только поскольку, что предполагается строительство храма в зоне ОПТ, Витебский лес. Этот вопрос вообще категорически не приемлем, да, то есть никакого строительства храма в зоне ОПТ быть не может, в принципе, да, это противоречит федеральному и московскому законодательству. То есть я хочу уточнить, да, если речь идет о строительстве храма в зоне ОПТ, то ну, это вопрос, который ну, вообще не обсуждается. А если не в зоне ОПТ, то это никакого отношения к действию не имеет, потому что это район Калибо области. Да. Значит, прошу прощения, но вам не кажется, что нам с вами, наши избиратели скажут, а не слишком ли много храмов? Говорим. Да, мы предполагаем. Садитесь, пожалуйста. Это вопрос не к вам конкретно, чисто гипотетически. Возникает простой вопрос. Вот мы с вами видим пустое место, на которое нам предлагают воткнуть другого слова, я не беру право. Значит, я присоединяюсь к коллеге, значит, давайте мы вынесем на общение с жителями. Но у меня сильное ощущение, что по конкретному адресу Новоясенский 14 будет большинство людей решить такое. Ну, если будет, значит, это будет. На то они видят, принимать решение. А депутаты на что? Сейчас вопрос стоит так. Либо мы эти два объекта рассматриваем по существу и долго... Мы можем отклонить, а можем принять. Либо мы все-таки этот вопрос переносим, с тем, чтобы посоветоваться с жителями, по крайней мере, посоветоваться с жителями, прежде всего, кто за, против, да, может, какие-то другие мнения. И после уже обсуждения с жителями... В какой форме это будет обсуждение? Я не очень понимаю, как закончили речь, мы прекрасно все знаем законодательство. Да, никакого размещения капитального строительства в зонах УПТ не допускается. Да? Храм это же не только на курьих ножках, да, это капитальное строение. Поэтому о чем вообще можно идти речь, я не понимаю. Может быть, не просто так они предложили, возможно, там есть постановление о выходе этой территории. Нет. Это не наш вопрос. Мы должны решить вопрос по существу. Можно там с нашей точки зрения ставить. А если там запрещено по законодательству ОПТ, наверное, там другие органы это должны приехать. Это территория согласно закону. Вот правильно, референдум надо. Ну, через интернет. Референдум. Но они не будут референдум делать. Они сделают на сайте вот эту голосовалку и все. По срокам, может, Иван, я напомню, что ну, тогда, может, мы сформулируем решение, чтобы через газету. А почему референдум нельзя провести в этом округе? Мы можем согласовать с вами даже в данной ситуации, на мой непосвященный взгляд, поскольку это пятый участок, вот ты депутат от этого непосредственного участка, я знаю, что там строить, а сколько нет. Это вот что касается Новоясенский 14. Значит, у меня ощущение, что мы с вами на прошлом собрании приняли достаточное количество храмов, на мой взгляд, это хватит. В этом же и адрес, это третий участок, потому что 16 дом. Кстати, на межевании там выглядело сейчас? Я как раз помню о том, что Матвей Сев рассказывал о катастрофической нехватке храма. А больницы у нас есть детские? Что за катастрофа такая интересная? У нас есть детская больница на 180 тысяч. Об этом здравоохранение нам должно быть. Уважаемые коллеги. Депутаты должны быть. Уважаемые коллеги, напоминаю, что слово дает председатель комиссии. Если кто-то будет предоставление слова. Вот так. Если вы не даете. Предлагаю.
Почему не позориться-то? Это вы позоритесь тут. Уважаемые коллеги, предлагаю сформулировать решение по данному вопросу следующим образом. Первый пункт решения. Первый пункт решения будет следующий. Перенести рассмотрение вопроса о согласовании ситуационных планов земельных участков для размещения объектов религиозного назначения по адресам Новоязненский проспект, Ладенина 14 и Севастопольский проспект в пересечении с улицами Глухова-Маклара на следующее заседание комиссии по развитию. Второй пункт. Поручить переговорную, наверное, администрацию, да? Аппарата Совета депутатов разместить в газете на сайте опрос информацию. Как в газете можно опрос разместить? Планируемое размещение объектов регионального значения для того, чтобы жители муниципального округа могли выразить свое мнение по поводу данного строительства. И третий вопрос направить на природу, да, запрос с просьбой уточнить, относится ли данная территория, на которой планируется строительство объекта религиозного значения, к особо охраняемым природным территориям или нет, чтобы они четко нам ответили. Когда мы будем знать ответ, если они говорят, да, это относится, соответственно, у нас и исчезнут сомнения по данному объекту. Можно отредактировать вопрос? Второе ваше предложение. Да. В газете разместить информацию, а опрос провести через сайт. Да. А если компьютера нет, интернета нет, вам интересно люди будут голосовать. Вы что, издеваетесь, что ли? Референдум нужен. Не знаю, не знаю. Вам рассказали, есть возможность вам дать слово, вы говорите. Это какое? Подождите, я секундочку, мы закончили. Я как могу голосовать? Вы мне скажите. Понятно. Это значит, что это лучше, чем просто подошли к нам. Надо знать. У нас бабушки совсем не имеют компьютеров, а вы хотите голосовать. Они имеют право закрывать заседание? Пендереев Сергей Владимирович вступил в предложение в связи с тем, что жителей много. Жителей много пришло. Дай слово, скажем, комиссия, что вы говорите? Нарушается тем, что я уже сказал, что слово предоставляется с разрешением представителя комиссии по развитию. Поэтому поступило от Сергея Владимировича предложение на заседание комиссии закрыть и перенести его на другое время. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Кто за? Так, а почему не дают слово? Подождите, извините, а должна голосовать комиссия или все депутаты? Почему слово не дают? Скажите, пожалуйста. А по другим вопросам что не будет? Ничего, люди зря пришли. Вот этот на самом деле, да? Относиться к избирателям. Вам сказали, что вас плохо слышно. Эти все бросали, бегут сюда. А мне плевать. Ну все, до свидания, проголосовали. Пошли там все нафиг. Это народные депутаты говорят такое, а? Им народ нужен, когда они только избираются. Я понимаю, все. Прошу, что я не голосовала за них. У меня были чистые истории, что я за них не голосовала ни за одного. Вы же нам не сказали.
Я живу в Ярцево, я тоже переживаю. Ничего не надо. Мое конкретное предложение. Если вы хотите, чтобы ваше мнение было услышано, нужно собирать подписи против. Послушайте, извините, вы устали собирать подписи. Вы знаете, какое это? А почему бы вам не провести референдум? В законе написано, что вы имеете право проводить референдумы. Почему вы все в письменном виде? Вы для депутата для чего? Вот мы вам говорим сейчас, примите устное заявление. Выскажите свое мнение в конце концов. Вы нам сегодня не дали высказать ничего. А вы нам вообще жизни не даете. Вы нам жизни просто не даете. Мы сидим только и занимаемся сбором подписей, написанием заявлений. Не дают нам жить спокойно, действительно. Мы им у нас есть часовня. Почему от часовни не действует? Вот сидит депутат, вот он зевает. Он ничего для нашего района, вот для нашей улицы не сделал, ничего. Федоровский, да. Около управы надо храм построить. Кокарев. Он председатель этой комиссии по развитию. Председатель комиссии по развитию. Ну, с таким развитием у нас и идет. Так они специально все сделали. Они когда увидели такое количество жителей, они штаны наложили. Они при жителях не могут, при избирателях не могут обсуждать вопросы. Мешаем мы. А вы мешаете?